Груз гуманитарной помощи пострадавшим вследствие паводка жителям Карагандинской области отправят мангыстауцы. В Актау проводят сбор вещей, посуды, средств гигиены и продуктов питания. Эстафету добра организовали молодые мамы областного центра при помощи соцсетей. Они кинули клич о помощи, и жители региона не остались равнодушными. Предприятия области помогают транспортом и предоставляют временные склады для хранения вещей. Люди начали приходить к нам в бутик, приносить свои вещи, продукты питания, полностью, там, даже памперсы, новые памперсы упаковками большими, потом постельное белье. Спасибо всем. Мы договорились с начальником грузоперевозок по ЖД, вот, договорились с ней, она нам предоставит вагон, мы вот через него собираемся отправлять. Накануне первую партию гуманитарной помощи в район наводнения отправили и актюбинцы. Горожане продолжают нести теплые вещи и продукты питания в пункты приема. Здесь также принимают консервы, крупы, одноразовую посуду. Финансовую помощь пострадавшим оказали и представители актюбинского филиала общества «Красного полумесяца». Кроме того, сегодня стало известно, что работники одной из крупнейших в регионе нефтяных компаний намерены отдать свой однодневный заработок в помощь карагандинцам. Вот с 10 утра, получается, уже очень много мы собрали вещей. Люди звонят, приносят еду, приносят средства для гигиены, одеяло, подушки, подгузники, там же и дети маленькие.